Сидел мужик, ел пончики. Я не могу рассказывать, когда оно там меня показывает. А ты не обращай внимания. Но он ел пончики. Я думала, что он ел в машине, но на самом деле в кабинете. Потом у него зазвонил телефон. И Силон ему сказал, что ему надо пойти и посетить их секретную базу. А этот же звонок зазвонил у другого мужика, который ему сказал, что нужно пойти и погулять в спортивном костюме по лесу и зайти тоже в эту базу. Они приперлись в эту базу. Мужик без пончиков приперся первый и начал орать. В это время пришел мужик без пончиков, который тоже сказал, а что тут, собственно, происходит? Программист, который все время впадал куда-то там в стул или из стула, ну, в общем, проблемы у него со стулом были, начал им рассказывать, что их какая-то самонаводящаяся пушка выстрелила и вернулась обратно. Куда она выстрелила, никто не знает. Но они все это время сидели и рассусоливали, кто куда попал, зачем и почему. Оказалось, что какой-то мальчик без пончиков и без пушки, которому мешали жить соседи, навел их пушку на соседей, долбанул по дому и теперь тихо, мирно спит. Все. А про собачку теперь расскажи. Тебе про собачку жалко. Собачка из другой галактики, а мужик из этой, и пончики тоже из этой. Не буду про собачку.